Вот это что Сергей придумал. Как вам лайфхак, в своей квартире вы можете повесить гамак. И потом спать в этой комнате на гамаке. Друзья, и возможность оценить уровень шума при взлете самолета. Кстати, тонколет вроде как. Белавия, да, улетает. Ё-моё, оно же просто огромное, друзья мои. Вот, обращу внимание, самое вот как бы компактное, это вот здесь 33 квадрата, и вот здесь вот 33 квадрата. Вот это вот шикарная огромная квартира, где вот были здесь вот эти вот виды. Приветствую, друзья мои, Серго с вами. Давненько что у нас не было обзоров квартир, и сегодня мы заглянули в очень любопытный проект. Хаус он Мухран Мачевариани. Ну, в принципе, он называется так, потому что расположен на этой улице. Это 12-этажный дом, и мы сейчас находимся на 12 этаже. С вот этими вот космическими видами в сторону гор, а вот чуть-чуть правее будет аэропорт. И мы расскажем вам в этом доме об определенных квартирах, некоторых покажем виды с 12 этажа и с 6 из разных квартир. И самое, друзья мои, самое главное, что цена одного квадратного метра здесь $330 за квадратный метр, независимо от этажа, с этими всеми видами. Вы понимаете? $330. Но, к слову, скоро цена поднимется, это вот как бы просто какая-то находка с такой стоимостью, но это если вы оплачиваете сразу полную стоимость квартиры. Если вы покупаете в рассрочку, то будет $380. Но, к слову, да, найдите в Батуми еще хотя бы один проект с такими ценами. Вот найдете, напишите в комментариях, где еще такое есть, мы туда тоже отправимся снимать этот проект. Все, приятного вам просмотра, я думаю, вам понравится. Итак, друзья мои, давайте подробнее об этом доме. Значит, дом называется Хаус он Мухран Мачериани. В принципе, от названия улицы, на которой он расположен, 27А. Ну, вообще, он расположен на пересечении улицы Мухран Мачевариани и вторая, какое название, Алина? Кахабери. Кахабери. Это 12-этажный жилой дом, в котором есть квартиры от студий площадью 35 квадратных метров до огромных трехкомнатных площадью чуть более 90 квадратных метров. Планируется он сдаваться в эксплуатацию в конце 2021 года. То есть, я думаю, уже в первом квартале 2022 в принципе смело можно будет заселяться. Самое вкусное, друзья мои, самое вкусное. Значит, совсем недавно здесь еще была акция, стоимость квадратного метра была $250. Да, серьезно. Но это прошлое, этого уже нету. Это я так просто узнал, я сам офигел. Сейчас актуальная цена квадратного метра от $330. Застройщик данного дома Саид Холдинг. Конечно, без минусов тоже не обошлось. То есть вы скажете, блин, что ж такая классная эта цена? Цена классная, потому что дом находится тоже в пригороде Батуми, где-то в 500 метрах от аэропорта. Квартир в данном доме свободных еще много. Свободный 11-12 этаж. Обратите свое пристальное внимание, пока свободен 11-12 этаж, это самые лучшие виды в этом доме. Это вот слева солнечная сторона, справа солнечная сторона в течение всего дня. Вы спросите, а почему же мы сами не обратили внимания в свое время на этот дом? А мы обратили внимание, когда мы выбирали себе квартиру, вот выбор шел, грубо говоря, с июля по конец ноября прошлого года. И мы обращали внимание на этот дом, тогда здесь была цена, ну, как бы обычная цена, $300 за квадрат. Меня очень подкупала эта цена, прям вот мне очень нравилось. Но на тот момент данный дом был поднят где-то этажей на 6-7. То есть осенью прошлого года и вот в начале лета. А у меня был важный критерий. То есть я хотел, чтобы именно по этажам дом был поднят, но этажа, скажем так, до там 11, 12 или, в крайнем случае, 10, то есть, чтобы уже дом был вот практически закончен по этажам. То есть в нашем доме, когда мы начали оформлять покупку, было уже построено 19 этажей и заливался 20 в момент покупки. То есть у меня было такое типа спокойствие, что проект точно будет завершаться. Ну и, как видите, прошло, грубо говоря, месяцев 8, и все 12 этажей подняты, и идет внешняя отделка. Еще замечу, что
в данном доме уже открылся супермаркет. Причем он не маленький, это не какая-то там мини-точка. Это полноценный супермаркет с широким выбором товаров. И вот он уже работает на стадии постройки дома. Видимо, место очень удобное. То есть здесь такой вот частный сектор вокруг, и нету больших магазинов. И вот этот магазин разместился в данном доме. А сейчас мы пойдем уже внутрь. Поднимемся на 6-й этаж, потому что нам сказали, что там уже есть перегородки в квартирах. И поднимемся, конечно же, на 12-й этаж, чтобы вы могли увидеть максимально хорошие виды, которые здесь есть. Здесь вот будет вход в подъезд. Здесь территория перед домом будет такая вот небольшая. То есть тут такая, знаете, будет площадка просто. И будет дорога идти в подземный паркинг. И хочу сразу сказать, скорее всего, с подземным паркингом здесь будет все в порядке, потому что дом далеко от моря. То есть там не будет какой-то там подводной там сырости, влажности, затопления, потому что это вот не первая линия, как вы понимаете. Так, ну что, аккуратно смотря под ноги, двигаемся вперед и поднимаемся на нужные этажи. Значит, вот здесь вот. Лестничная, значит, вот здесь вот будет лестница, а лифт будет вот там вот сбоку. Туда пока зайти нельзя, лифта, по идее, еще нету. Ну, пойдемте. Поднялись мы на 6-й этаж. Перегородок здесь вот сделаны, они только в одной квартире. Причем это какая-то нереально огромная квартира. Наверное, это и есть нечто подобное трехкомнатная на 90 квадратов. Там работают люди, туда мы уже внутрь прям не пойдем. Но, коль мы уже на 6-м этаже, оценим виды с 6-го этажа в сторону, вот, например, аэропорта. Ветерок здесь такой сильный. Вот, вот он, перед нами аэропорт, концовка его. Вот даже я вижу самолет Белавия, надо даже сфотографировать. Вот такие вот виды. И вот такие вот, друзья, сумасшедшие виды в сторону гор. Да, здесь не море, здесь вы будете любоваться именно горами. Горами, да, классно. Мне нравятся горы, очень нравится. Ну, пока непонятно, как вот квартиры будут разделены, но мы сделаем фотографии вам планировок, ну и вы уже по этим фотографиям сможете все оценить. Возможно, чуть позже мы посетим данный проект еще разок, ну, допустим, через 3-4 месяца, чтобы заодно вам показать прогресс стройки. Кстати, тоже вот будет классная квартира, это вот в центральной части дома, с такими вот окошечками низкими. Я бы вот в этом углу соорудил бы себе рабочее место, если бы, допустим, выбирал бы себе такую квартиру. Люблю, когда вот такие вот прямоугольные окна рядышком. Ну и здесь такая вот типа большая панорама, балкон и просто вот прямой вид на горы. Горы близко, от этого они завораживают, от этого они просто, ну вот, вызывают эффект вау. Туда вот в ту сторону уже пойдет Турция, там вот Сарпи дальше. Ну а это горная Аджария. Так, ну и здесь полная копия того, что вы видели с той стороны. Замечу, что перед нами дорога, да, мы на перекрестке расположены. И вот видите, вот количество машин, которые здесь ездят, их немного. То есть, типа, вот как бы шум есть, конечно, но это не тот шум, который издает Чавчавадзе или Гаргеладзе. Это совсем не тот шум. Ну и вот туда вот вид. Там даже канатная дорога виднеется вдалеке отсюда. Интересно. Так, пойдемте дальше. Здесь, я так понимаю, у нас будут идти вот эти вот студии и вперемешку с двушками. С этой стороны будет пожарная лестница, и здесь, скорее всего, будет коридор просто вот идти вот в эту сторону. А эта часть будет относиться вот к этой квартире. Ну и вот с этой стороны, где у нас вид типа в сторону моря, ну если бы он был ближе, где у нас солнышко вечерком, где у нас получается вид во двор, тоже частный сектор, и на весь Батуми. Вдалеке у нас весь Батуми. И море чуть-чуть, да? И чуть-чуть море, но с высоких этажей должно быть видно больше. Итак, друзья, теперь можно посмотреть на планировки квартир. Вот, обращу внимание, самое вот как бы компактное, это вот здесь 33 квадрата, и вот здесь вот 33 квадрата. Вот это вот шикарная огромная квартира, где вот были здесь вот эти вот виды, да, космические. Отсюда вот, в принципе, виды на аэропорт прямые. А вот
С этой всей стороны у нас будут виды на речку, горы, много гор. Ну а вот с этой стороны, как вы уже можете понять, будет виден весь Батуми издалека. Ну и частный сектор внизу. В принципе, отсюда с балконов также видно море. Отсюда тоже видно. Имеется в виду с высоких этажей. То есть 11, 12, 10, со 2, 3 уже этого видно не будет. Приближаемся мы к 12 этажу. Слегонца запыхались. И, пожалуйста, без подколок. То есть, типа, всего лишь 12 этаж, а вы запыхались. У нас сегодня 3 июля и плюс 28. Черт побери. Это уже выход на крышу будет. Он перекрыт. Туда, наверное, не полезем. Хотя там, возможно, будет какой-то еще пентхаус. Итак, друзья мои, вы готовы? Вы готовы офигеть? Я уже просто вижу это все в окне. Сейчас мы просто так вот прямо и идем. Что ты уже? Вау! Вот это я понимаю вид. Вот, ну, отсюда сразу становится понятно, где мы находимся. Вот это вот трасса Е70 или шоссе аэропорта. По нему обычно все машины едут. На этом вот как кольце сворачивают в правую сторону. И вот тут аэропорт Батуми. Вон они, самолеты. Все видно. Друзья, вы посмотрите. Посмотрите вот сюда. Посмотрите. Сейчас я отсюда пописываю кипятком прямо на дорогу. Горы, конечно, фу-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, а теперь осталось только вот как бы понять, насколько будут шуметь самолет. Вон, допустим, отсюда у нас открывается вид на что? Орби-Сити вдалеке видны, виден даже вон Батуми-Санрайз, Батуми-Таур виден, Альянса здание, здание около стадиона, которое тоже видно, дома Гумбати пытаюсь разглядеть, они с той стороны немножко неузнаваемые тоже видны. Но виды вот, видите, то есть вы как бы в городе, но при этом за городом. Интересный, интересный вариант, интересный. Итак, двигаемся дальше. Тут, Алина, осторожно, не провались или стой, где стоишь. Я буду двигаться. Это вот та квартира, которая была вот такая, типа, центральная, этажами ниже. И видите, здесь только одно окно. То есть немножечко сверху чуть меньше площадь, что ли, получается. Или наоборот, будет больше вот это вот окно. И мне кажется, да, тут как-то его расширили. Ё-моё, оно же просто огромное, друзья мои. Я думаю, все, кто заинтересован, выводы уже, в принципе, сделали самостоятельно. Вот квартирка поменьше, балкон поменьше, а речка, около которой мы внизу через мостик проходили. Чик. Двигаемся дальше. И вот торцевая с этой стороны, то есть в ту сторону окон уже никаких нету. Тут будет просто небольшой балкончик. И окошко будет вот с этой стороны максимально близко к речке. Так, что у нас с той стороны? С той стороны, скорее всего, будет какая-то большая квартира. Здесь вот, может быть, даже две комнаты получится. В каждой комнате по окошку. Взлетная полоса, море, Батуми. Ветерок здесь, конечно, прям продувает как следует. Вентиляция по полной программе. Здесь балкон. Балкон, видите, выйти еще нельзя. Перелазить не буду. Балкон здесь небольшого размера. Вот, друзья, и возможность оценить уровень шума при взлете самолета. Кстати, тонколет вроде как. Белавия, да, улетает. Ну, я не знаю, мне кажется, дорога шумит громче. Ну, вот сейчас вот он набирает, набирает. Ну, все, у нас все по заказу. То есть вот мы находимся в боковой квартире практически с краю. Все, там уж самолет не слышен. Итак, друзья мои, надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, виды вам понравились. Если вас что-то здесь привлекло, какая-то квартира, пишите мне в ЛС по ссылочке в описании видео. Я все вам подскажу, расскажу все нюансы, помогу все дело организовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами были Алина и Серго. До скорого. Ну и будем искать подобные проекты еще, потому что такие вот выстрелы, скажем так, видимо, в Батуми еще бывают. Вот это что Сергей придумал. Как вам лайфхак, в своей квартире вы можете повесить габан. И потом спать вот в этой комнате на гамаке. Мне кажется, немножко пунта клёк.
Вот так вот, типа, надо было. Ну, почти.